Приветики! Друзья, приветствую вас в игрушке под названием Demonic Manor 2. Это у нас какой-то хоррор от какого-то там Pedro Games. И мы играем, я не знаю, за кого мы играем, не знаю, где мы вообще играем. Так, подожди-ка, а что я там? Какого? Что это было? А! Он просто так дверь зак... А, вон, все, я понял. Я, кажется, что-то увидел. Так, ну это какой-то у нас демонический чувачок. А, джойстик в игре, конечно, стремноватый. Ну, скажем так, очень неудобный. Проще нажимать на кнопку Run и бежать. Бежать, куда глаза глядят. Ты чё, в текстурах хочешь застрять, дурачок? Ой, блин, ну ты тупой. Чё ты тут вообще забыл? Так, подожди-ка, откуда я пришел? Я вижу дверь, я ее открываю. Не понял. Так, нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Окей, давайте поищем ключик. В этой комнатушке я, по-моему, еще не был. Так, не понял. Мне кажется, или там что-то есть? Я вижу какую-то записулечку. Понятно, она на английском, поэтому даже не знаю, есть ли смысл ее читать вообще. Так. Давай, выскакивай, скримота ебаная. По-любому тут будут скримачи, которые, блин... Ой, я ключик нашел. Да возьми ты... Ой, сука, тормоз. Это все из-за дурацкого управления. Так, ну, зато я взял ключик и могу теперь бежать. Даже примерно знаю куда. Туда, где у нас попросили ключик. Так, теперь неторопливыми шагами мы идем туда. Так, лифтик. А, чего-то... А, нет электричества. Мне нужно найти фьюз. Фьюз это что, типа... Ой, что такое? Можно я возьму помахать? Нет? Буду как Mortal Kombat. Блин, мне не нравится музыкальное сопровождение. Оно слишком напрягает. Я вижу нож. Надо взять нож. Да нет, мой персонаж полный идиот. Он просто еще не понимает, чем это все может для него закончиться. Серьезно, еще один ключ. Блин, и вот что самое интересное, парадокс во всех играх. Опачки, это что, кровь или винишко? У кого-то месячные начались. Ладно. А, фишка в том, что вот вроде бы заброшенный. Сука! Я что-то испугался. Какие звуки, жесть. Это что за звуки там такие? Парадокс в том, что вот вроде бы заброшенное здание, но, сука, есть закрытые двери, и всегда, блядь, где-то находятся ключи. Так, подожди-ка, я не могу, да, открывать закрытые дверьки? Отлично. Так, что-то... Мне кажется, я сейчас немножко обосрусь. Так, ну, в таких играх всегда надо проверять толчки. Толчки и раковины, потому что нередко... Так, подожди-ка, лучше очень аккуратненько так выйти отсюда, пока я не получил леща. Это что у нас за... какой-то хитрый гном. Змей Горыныч, трехголовый, видите?
А это что за демонюга? А это какой-то извращенец. Ну ладно. Хрен с тобой, собака сутулая. Че, мне надо встать в серединку и рассказать стишок? Здравствуй, Дедушка Мороз, борода... Сука! Угу. Я чуть немножко прям подочканул. Я вижу ключик. Хватаем ключ и делаем ноги. Ой, давай нажмем на красную кнопочку, нет? Нет, ладно, побежали к закрытой двери. Надо просто бежать отсюда куда-нибудь. Куда-нибудь подальше. О, я нашел этот. Все, я понял. Это фьюз. Фьюз найден. Бомба дефьюз. Так. Вспомнил фразу из Counter-Strike. Так. Тут нам больше ничего, да, искать не надо? Какие-то... О, три мушкетера. Ладно, погнали дальше. Вообще, в такие места не стоит суваться, поэтому нам надо просто добежать до лифта или что это и найти способ свалить отсюда. Так. Отлично. Так, что-то я немножечко очкую. Прям даже не немножечко, прям обосратушки. Так, только не обосратушки, только не обосратушки. Какого? Чё это было? А чё тебя так колбасит, чувачок? Подождите-ка, а я здесь не был, что ли? А, здесь уже какой-то кодовый замочек. И опять кровь на полу. Что за демоны нынче пошли? Ой, я нашел ключик. Слышь, бери ключ. Отлично. Спускаемся ниже. Еще ниже. Но лучше просто бежать, чтобы никакая... Опачки, что такое? Мне нужен звездный ключ, чтобы... Твою, я испугался. Какого? О, не-не-не, ко мне не подходи. Так, ну вроде бы пока оно далеко, оно не опасно, да? Фу, блин. А, я видел его. Он что-то там. Пейнтинг. Что там рисует, да? Я так понимаю. Рисует в пейнте. Опа. Я нашел мишку. Его надо взять. Там, я не знаю. Для успокоения. Ладно. Давайте просто побежим обратно. В нашем деле главное что? Главное не обосраться. Все остальное мелочи жизни. Опачки. А это что за чувак? По-моему, он педофил. Ой, я нашел звездочку. Отлично. Я нашел звездочку и педофила. А, понятно, ничего не понятно. Побежали дальше. Так. Эти за херня. Теперь быстро, 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 быстро валим. Валим, 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 валим. 4000. Окей. Я забыл, а где кодовый замок-то на двери? Он где-то там вверху был. Да, точно. 4000. Сейчас быстренько наберем и свалим. А, жаль, я не вижу будущего, иначе бы уже набрал бы и сбежал бы. Так. А, раз, два, три, четыре. Ок. Все. Да отключись, херня! Нет, серьезно? А, вот все, нашел куда нажать.
Ты ёлки. Очередная записулька, которая мне ну нахрен не упала. Ну, а еще я прохожу сквозь текстуры. Так, ладно. Ой, я где-то такое уже видел. А, подожди-ка. Надо их просто мордой друг к другу, да, повернуть? Я это, блин, в другой игре видел. Открылся потайной ход. Сундук с сокровищами! Серьезно, просто ключ? Ну это ж так тупо. Хотя, если ключ, это ключ к спасению, тогда все прекрасно. Так, где там пиздюки, которые меня сейчас будут пугать? Так. Вот, я нашел еще какую-то дверь. Нет, не она. Просто беги, чувак. Просто беги. Вот это, да? Так. Выключили газ. Блин, какая система. Сходи туда, сходи сюда. Вот это вот дебильное однообразие в этих хорорюхах. Оно меня прям раздражает. Давай мы просто не будем с тобой общаться. Так, просто валим, 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 валим. Оно за мной, не оглядываемся, не оглядываемся. Скорее, 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 пока не обосрались. Сейчас я за собой кирпичный завод построю и убегу. И убегу, и убегу. Так, оно меня уже не преследует, да? Так, мне опять надо найти ключ. Да вы издеваетесь. Здесь же... А, вот еще одна дверька есть. Отлично. Короче, мы сейчас делаем все на лайте. Ключ есть. Теперь валим обратно, да? Там, по-моему, монстру плохо. У него ПМС. Прикольно. Вот еще... Зайти. Так. А я сейчас не обосрусь? Нет, я честно, я очень не хочу обосраться. Так. 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 Не сюда. Надо делать все быстро, потому что иначе... Иначе все будет очень плохо. А какого хрена тебе нужен ключ от этой двери? Это мне надо найти другую дверь, ее открыть и найти в той двери ключ от этой двери. Черт, да я же чертов гений. О, это ж дверь к выходу, да? Это наш выход. Так, потихонечку, потихонечку смотрим, что мы вообще делаем. Еще сундук с сокровищами. Напильник. А, это отвертка. Могу и в носу поковыряться. Мозг не задет. Все нормально. Так, так, так. Так. Так, подожди-ка, я тут уже ничего не должен искать. По идее. Очко мое сжиматься начнет, когда... Появится эта хуйня и начнет за мной бегать. Вот тогда будет страшно. Так, блять, а где я искал? Ой, блин, как сложно. Ему нужен ключ. У меня есть долбанная отвертка. Может, я должен что-то отверткой этой сковырнуть? Или кого-то сковырнуть? Да нет, ну, по-моему, эта миссия невыполнима. Я даже не знаю, куда мне идти. А я могу отверткой вот эту фигню чикнуть, нет? Вы нуждаетесь в ключе, чтобы открыть эту дверь. Да я, блин, только в ключах и нуждаюсь. Может, здесь какой-нибудь? Конечно! Ну, открывайся. Какая технология? Он сейчас все пооткрывает отверточкой и... Че, серьезно, загадочки? И что делать?
Я немножко не понял. Серьезно, эта дверь открыл? Лазь. Твою ж за ногу. Блин, там еще подвал. Там такая разветвленная система. Так. Я не хочу в подвал. И вообще, я очень ранимый и боюсь всякую... Так, так. Что-то я не хочу туда заходить. Я вижу ключ. Теперь просто валим, валим, валим. Нахрен, пока он там не проснулась. Я даже не хочу подходить к этой могиле. Нет, 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 нет. Бежим, 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 бежим. Сука, я заблудился. Я не помню, куда он... А, вон нашел выход. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Просто беги, беги, Форест. Конец. Ютубер Экхан успешно покинул... что это он? В психушке был, да? И несколько месяцев спустя... Бла-бла-бла. Ну, короче говоря, все закончилось хорошо. И... Все остались живы и здоровы. Друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться, ставить лайки, жать колокольчик и писать комментарии. Всем пока, друзья!